Эти случайные, да? Чё? Случайные компы. Прикинь, два винчи будет, так они вас разъебут. Винч, вот он. Винч, если задавить, то котла вообще нехуй делать. Интересно, а как работает у бота система того, вот, что он разведывает? Он типа то, что не видит, то не видит, или как? Как это работает? Да. Какая-то хуйня прописана, да? О. Кав. Прикольная карта, но... Надо, знаешь, что? Под карты подделать какие-нибудь или описания, или что? Тоже не полезно будет для лора. Вот, типа, есть карта, допустим, вот эта, и... придумывать, что там как. Ну, описание, которое в игре есть, оно может, можно его расширить, типа. Нахуй там придумал. Ну, чем-то интересное, типа, какая-то битва тут была. Комп упирается в предел, блядь, населения, охуеть. Он чё, ебанулся, что ли? Комп тупой, конечно. Да комп, Линч. Не знаю, сколько, полминуты, наверное, простоял с пределом. 20 населения у него в казармах, блядь. Пехота стоит, не сделанная. Уже на 90 Тимонии только поставил район. Третий. Котлы, конечно, слабо играют. Компа. Тут у Алекса сейчас... Несовершенный. Надо, чтобы Алекс похуярил, и чтобы как Алекс комп хуярил. Ну, вон, 4 района, блядь. Не, ну им как минимум надо разрешить использовать ульту. Потому что котлы, ну, боты не используют ее вообще. Почему? Используют, сын, используют смело, блядь. Нет. Да используют он. Не раз. Так ты просто катки не играл. Они вообще её не юзают. В смысле, все юзают. Я играю больше 10 лет, ни разу не юзал бы коду. Так надо долгие катки играть, где герой развивается до 5-го, они юзают. Там, возможно, они максимум до 3-го развиваются. В крайнем случае до 4-го, потому что юзают только первые 3 обилки. Ну, я знаю, я видел, что они до 5-го развиваются, надо долго играть просто. Ну, типа, очень долго. В обороне сидеть там, блядь. Они когда 5-й развивают уровень. Ты что, надо 3 часа где-то играть на одной карте? Ну, да хуй знает, сколько там по часам, но можно ускорять время. А, ускорять время? Ну, я видел, они, ну, они редко пользуют, но... Телепортацию не видел, уксила я не смотрел, но вот шарик точно видел сыновский, упта. Но он ее дает и сливается, блядь. А, блядь, что у нас? Блин, игра сворачивается. Че у тебя там, блядь, игру сворачивает? Неплохой инком Тимония. Вот эти ребята мне нравятся, берсерки.
ХП неплохое уметь. Атака, конечно, хуйня. Будь здоров. С топора просто хуярят, пацаны. Так себе пределы играют. Это точно пределы, блядь. Чё-то не изучают нихуя. Ребят, ты видел, желтый пошел, Данил? Да, он, да. Он сейчас либо на меня идет, либо, блядь... Он город захватывает. Не факт. Да, да, он город берет. Ты ж только не подсказывай. Да вы, я смотрю, вы же там делал. Видите. Я не вижу часа. Пойдешь пизды ему даже, да? Серки там застряли одни в городе. Ты с городом между нами торгуешь, Данил? Если его выкупать, я не буду заходить. А хули ты не будешь? Ты выкупай, блядь. Сколько он стоит? А, 199, ну. Тогда я могу его выкупить. У меня 220 стоит просто. Нихуя, ребята, пошли, да? Охуеть. Хоть стрелы есть уже, и тоже заебись. Ну, что-то как кривовато. О, герой пошел. Там он как оказался. Ну, коп, конечно. Выдает пакеты, да? Вот гандон. Герой, конечно, лютый, блядь. Ты бы заманил бы героя под шпиль. Или так похуй. Не, он будет до последнего стоять, походу. Сдохнет как герой. Данил, у тебя калькулятор есть? Я Алин. Он Алин. А, ты Алин, бля.
Ну на, короче, золото тебе все равно больше, чем мне надо. Угу. Сейпс. Ах ты ж сука какая. Ну все, блин. Хуёво то, что ты вот город взял, а он винчевский, в нем магических не построить района. Угарный у тебя ксил. Это ты специально так направляешь? То есть как? Ну через как этого. Ну. Ну типа лучом пробивает через одного. Да, там с плащем вроде есть. Ебанутый герой, конечно, был. Походу он бабки проебал на способности. Да. Ну, блядь, судя по территории, уже вин, как бы, хули тут. Осталось только их разъебать, что-то. В прошлый раз как-то пиздец срочно. Может, это изолировано. Пушка просто ягуара разъебывает.
А кнопочкой print screen же скрины сохраняются, да? Да. Ну вроде бы да. У меня когда-то это баговалось. И черный фон. Это. Ларкос, ты поставь куб. Куб, короче. Нажми, чтобы он этот вихрь призвал. Я по скриню парочку скринов сделаю. Ну, прикольно вообще. Вихрь еще и население, блядь, тратит. Да, разъебался, конечно. Винч, я думал, он сильнее будет играть. А представь просто на месте этого компа Кирита, блядь. А на месте того Квотла, блядь. Еще один Кирита, блядь. И все, пизда. Они бы так не ебанили, мне кажется. Она, блядь, призвалась. Как ты успел центр заходить? Я его купил. Эти, блядь, перехватчики, это, конечно, прикол, блядь. Летают такие себе по шахтам. Имитируют поддержку. Ну, когда уже разъебали всех, блядь. О, чё это? Вот, сейчас его по крутите. Чё, хочешь последнюю заюзать? Хорош. Ну-ка. 54 атак. Что-то он слабенько носит вообще. Слабенько, но ну, по полтинничку. Или побольше. Все бывает. Ты такого уровня. Техническое преимущество, блядь. Что-то оно вот не бьет по тому, кто... А, вот бьет.
Лучи, по-моему, не бьют, потому что строятся здания. Нет, они по зданиям не наносят. Правильно. Прям включительно я слабо. Нет. Не, наносит чуть-чуть. Я пробовал это использовать. Но их просто ну, можно просто... кинуть в какую угодно точку, даже в пустое поле. Я пролетился, забыл, по тысяче капал. Перехвачу. Строит, хуяет, блядь, призывает.